От дома до школы, магазина, парка и обратно. Безопасный маршрут движения школьник прокладывает на компьютере самостоятельно. А запомнив его, должен применять на практике. Это один из конкурсов на онлайн-чемпионате «Каникулы без ДТП», который стартовал в Самаре. Соревнования на знание правил дорожного движения проходят среди 113 семейных команд. Главная цель – снизить количество аварий с участием школьников во время летних каникул. Хорошо, что и дети, и родители принимают в нем участие, так как родители у нас являются примером для своих детей, и они же смотрят и в то же время выполняют те же действия, что и родители при переходе проезжей части, при нахождении на прогулках. Семейные команды на чемпионате демонстрировали не только знания дорожного движения, но и творческие способности. Например, в первом туре нужно было создать видеовизитку команды и видеопоздравления с Днем защиты детей. Задания были достаточно сложные, семьи подошли очень творчески, активно, неординарно к выполнению этих заданий. Мы видим активность, мы видим, что, узнавая постепенно о нашем мероприятии, семьи хотят зарегистрироваться, они хотят участвовать. Включиться в борьбу за главный приз можно в любой момент. Первый обладатель суперкубка областного онлайн-чемпионата «Каникулы без ДТП» среди семейных команд определится только в конце июня. Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.